Итак, всем трем и доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрий, Лидио я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях, на канал подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй. Тебе не сложно, а мне приятно, а мне поддержка, а мне мотивация. В общем, вы и так-то все прекрасно знаете. Ну, а тем, кто не знает, тем добро пожаловать. Вот. И мы продолжаем играть такую забавную старую игрушку под названием Monster in my... Как правильно? Эй, ты чё? Эй! А чё он не прыгнул? Да ты... вообще было, почему он, во-первых, почему он появлялся там, где он умирал? А то есть ты сейчас будешь мне мозги компенсировать, да? Так, я вообще не понял юмора. Во-первых, почему он у меня второй раз не прыгнул, первый раз, во-вторых, почему он шел вперед и падал? Короче, ладно, что-то непонятное сейчас произошло. Ладно, быстренько перепройдем, один хрен у нас постоянно. Каждая эта игра начинается с того, что я ее по несколько раз перезапускаю. Все. Почаще надо просто сохраняться и все. Сейчас, конечно, сохранение не очень удачное. Что-то дофига жизни потерял. Вот здесь. Вот видите, он двойной прыжок взял. А почему он тогда его не сделал? А, то есть нельзя, да? Ой, елки-палки, ну что за дурдом? А ну зачем мне сюда полез вообще? Хрен его знает. Дурак, наверное. Это да. Маловероятно, конечно, но похоже на то. То есть, знаете, вот шипучки вставать нельзя. Ладно, пофигу. Я тут... Хорошо придумали. Да блин, как он успел-то, а? Блин, а? Чёрт, я так-то сдуюсь. Да, я так и сдул, собственно, я так и сдулся. Так, слушайте, я заколебусь сейчас с этим. То есть тут... В смысле, алё, ты чё, сдурел? Чё, инвалид? Ты только не говори мне, что я просрал это. Конечно, тут прикол в том, что надо их, да, вот так вот. Блин, а! Ну как? Ну, дрить твою налево, а? Ну, хорошо, что я сохранился. Так. Но меня радует, что пошли опять такие более-менее простые противники. Мне это очень сильно радует. Надо сохраниться почаще, мне тут заклебут ведь реально. Вот
то, что противники появляются сзади, это, конечно, такая дичь, вот, честно говоря. Да, это хорошо. Ага, вот это босс, я так понимаю. Ой. Подождите. То есть он спрятался за ним и начал стрелять в меня? Ха-ха. Забавная тема. Блин, а. Так, стоп. Ну, блин, а как с ними драться? Я даже его не вижу, блин. Хорошо придумали. Он типа прячется. Он же прячется не от него. Он прячется от меня. Что за бред вообще? Серьезно? Ой. Ну это вообще замечательно. Ну серьезно, вот драться с теми, кого ты не видишь. Класс, блин. За бочки. Аплодирую, блин, двумя руками. Блин. То есть так они тебя заспамят, да? Да какого ж дьявола-то, блин? Ладно, пусть, пофигу. Да, эта игра бы... Мой пердак просто прожгла бы наглухо в свое время. Нафиг сейв. Так, меня тут кто-то спрашивал по поводу того, были сейвы раньше. Ребят, я знаю, что на какой-то из приставок, именно таких, то ли 8, то ли 16-битных, была некая приставная фигня. То есть ее можно было как-то подключить. Блин, отвлекся. Как-то подключить и за счет этого как-то сохраняться. Я не уверен, что я говорю именно про Сегу или про Денди. Серьезно, это, как говорится... Не, ну... Босс. Давайте соображать, кто это. Ну, юмор я, наверное, понял. Наверное. То есть суть в том, ты ждешь. Ну, видимо, да. Видимо так. А, так не пойдет, да? То есть, когда ты атакуешь, она через тебя пролетает и тоже тебя атакует. Ну, то есть, как бы, понятно. Так, то есть, лучше отпрыгивать, да? Хорошо. Сложновато. А что ты не прыгнул-то, жопу срут? Блин, а? Ну вот это бесит, знаете, вот я не знаю, по-моему, здесь что-то не в порядке именно с самим, вот, ну, самой этой игрой, потому что... Я нажимаю прыжок, удар, прыжок, он ударит, но не прыгнет. Или прыгнет, но не ударит, как-то вот... Ай, черт, извините. Прыгнет, но не ударит. Ну то есть, блин, это немножко это... Это немножко это. Да, заманаюсь сейчас с этим. Муторный босс. Очень муторный босс. Нет, здесь, конечно, наверняка можно как-то... Блин, да ты что ж ты... Точнее, что ж я-то? Надо перестать тордить и начать уже нормально с это воевать. Дико муторный босс. Дико муторный. Что? Ты один удар считай за раз. Ну, может быть, как-то и можно там. Ой, я что-то. Блин. Не развернулся. Но, кстати, из-за глюков можно увидеть. Бляха-муха. Нет, я не согласен терять жизнь.
вообще не согласен. Нисколько. Из-за того, что, видите, сейчас они моргают, и видно, какой босс остается. Да! Ты чего, блин? Да, господи, что это? Почему прыжок не срабатывает нормально? Перепрыгнуть он не может, блин. Туша. А, ну да, так ты не попал. Жопу с ручкой. Короче, видно, где она появляется. Ну, прыгни ты. Срака красная. Ну ладно, вроде вроде бы алгоритм я так усвоил. Там... Пофиг, надоел перезагружаться по 150 раз. С одной жизнью будем воевать. Да. Видите, как это долго? На приставке бы это было, а? Это был бы очень долгий босс. Но это здесь очень долгий босс, но здесь у меня сейвы есть. А представьте, вот, ну, просто играть, да? Вау. Котина, блин. Справился, наконец-то. Ой, да уж, после сотни перезапусков, блин. Но, с другой стороны, как это, я никогда не говорил, что я хорошо играю 8-битные игры. Last Battle, Monster Mountain. Но на Monster Mountain мы посмотрим в следующий раз. Это эпическое приземление и все такое прочее. Да, в следующий раз. А пока что, народ, всем огромное спасибо за просмотр, поддержка канала, плейлист в описании под видео. Кто это дело посмотрел, все молодцы, всех обнимаю. Парни, всех хлопаю по плечу, отдельно девушек чмокаю в щечку. И увидимся в следующей серии.